Они, сука, здесь с вами, дорогие. Потому что по-другому нельзя. Здравствуйте! Вы на канале Крекс Фэкс Пэкс. С вами Матео Банделло, и сегодня мы с вами поговорим о Боге. Да-да, именно о Боге, но не о вашем Боге. Я подчеркиваю, не о вашем христианском, мусульманском или буддийском Боге. Мы поговорим о настоящем Боге. Вы, наверное, уже догадываетесь о таком. Сегодня мы поговорим о Боге денег. Точнее говоря, деньги – это на самом деле и есть Бог. Вот сейчас вы начинаете кривить лицо. Ой, что за херня? Но на самом деле подумайте. Подумайте в первую очередь вот о чем. Чем вы занимаетесь всю свою жизнь? Вы учитесь. Вы работаете. Вы работаете, чтобы зарабатывать деньги. Вы работаете 8-10 часов. Из них 2 часа вы еще добираетесь на работу туда и обратно. Вы наверняка ведь сейчас у вас есть какие-то кредиты, какие-то проблемы на самом деле. Наверняка у вас есть какие-то мечты, да. Видишь, наверняка что-то хотите купить, куда-то поехать. Отдать кредит в конце концов. Возможно, у вас есть какая-то болезнь, возможно, неизлечимая. И вы думаете, вам поможет ваш Бог? А? Ваш Иисус Христос? Ваш Мухаммед? Нет. Помогут лишь деньги. И вы это на самом деле прекрасно понимаете. Лишь деньги, друзья мои. Я так чувствую, что эта мысль потихоньку все-таки вкрадывается в вашу голову. Правильно? Если не, спокойно выключайте видео. Сегодня я покажу вам несколько техник, как привлечь денежный поток в ваш мир, в ваше пространство. На самом деле техники очень простые. Итак, внимание, лайфхак номер один. Звук, возможно, сейчас немножко ухудшится, но тем не менее мне нужно пространство. Итак, я вам хочу показать сейчас. Так, секундочку. Итак, внимание, друзья мои, это мое денежное дерево. Именно так, друзья. Денежное дерево. Понимаете, в чем дело?
Деньги – это в первую очередь энергия. Энергия проникает сюда, она движется везде. И посредством этого дерева оно проникает сюда. Самый главный ритуал. Звук монет. Да, именно. Сейчас. Звук монет. Нужно делать утром и вечером перед вашим денежным деревом. Да. Следующий лайфхак. Это шуршание купюр, друзья мои. Слышите? Да. Вот так звучат ваши мечты. На эти деньги вы можете реализовать все ваши мечты, все ваши скрытые и не скрытые желания. Вот они. Нужно вот так делать. Вот так. Франклин. И самое главное, друзья, это мантра. Мантра. Звучит она как крекс, фекс, пекс. Крекс, фекс, пекс. Вот, посмотрим. Крекс. В правом углу. В левом углу. Везде. В каждом углу. Следующий лайфхак, он очень, правда, дорогой, но тем не менее очень важен. Деньги должны поступить в вашу кровь. Внимание! Человек. Нужно почувствовать, как денежный поток начинает проходить сквозь вас, как купюра медленно начинает растворяться в вашем желудочном соке, и как благодать Франклина начинает курсировать у вас в крови. Итак, друзья, с вами был Матео Банделло, и вы были на канале Крекс Пекс Пекс. Снято. Стоп! Очень за терпение. 100 баксов это сильно.